Правительство Якутии утвердило проект закона о ежемесячном пособии на ребенка. Разработчики документа предлагают увеличить размер ежемесячного пособия на детей. В целях социальной поддержки крайне нуждающихся семей с детьми предлагается производить расчет размера пособия по двум категориям. Это семьи с уровнем дохода меньше 30% прожиточного минимума на одного члена семьи и семьи с уровнем дохода выше 30%. Вместе с тем, в республике в текущем году на выплаты ежемесячного пособия предусмотрено более 1 миллиарда рублей. В связи с увеличением в бюджете на 2018-2019 года планируется предусмотреть дополнительные средства. Законопроект предусматривает увеличение детского пособия ежемесячного в 1,5 раза с целью исполнения указа главы, подписанного Егором Афанасьевичем в апреле текущего года. Здесь мы будем, в законе предусмотрено, что будут получать пособие особо нуждающиеся. Это пособие будет адресная категория граждан, те семьи, где доход очень низкий.